Фестиваль творчества «Гусарская осень» открывается под рев моторов и аплодисменты жителей. Парад участников из мотоклуба «Ветеран» вызывает шквал эмоций. В «Гусарскую балладу» байкеры приехали из подмосковного Королева. Мы очень часто ездим на мероприятия, поддерживаем детские дома, инвалидов, колясочников. То есть благотворительность и помощь стоит у нас на первом месте в клубе. Фестиваль творчества в «Гусарской балладе» проводится 8-й год подряд. Он начинался с инициативы управляющей компании объединить жителей, порадовать ребят перед началом учебного года и просто создать праздничную атмосферу в новом микрорайоне. Для нас этот фестиваль является визитной карточкой микрорайона. Мы его придумали по инициативе жителей 8 лет назад. Тогда это все начиналось с маленькой площадки по улице Михаила Кутузова. За 8 лет микрорайон набрал огромные масштабы, разросся. И вместе с микрорайоном разросся наш праздник. Надувные батуты, мастер-классы, аквагрим и концерт. Застройщик микрорайона компания «Инград» пригласила на мероприятие цирк с животными. Наибольший восторг у ребятни вызвал питон, которого можно было даже потрогать. В этом году к фестивалю присоединились творческие коллективы Одинцовского района. Обязательная часть программы – угощение. Гостей почивали вкуснейшим шашлыком. Мы здесь третий год работаем. У нас фирменные наши куриные шашлычки, свиные. И в этом году новинка – люля-кебаб из говядины и баранины. Управляющие компании «Гусарской баллады» обслуживают более 11 тысяч лицевых счетов. Вторая очередь вовсю застраивается новой компанией. Активны и сами жители. В прошлом году в микрорайоне посадили аллею. Стараниями общественников при поддержке управляющей компании и депутата Дмитрия Голубкова создается новая спортивная площадка. Мы здесь 3 года уже живем, и, в общем-то, каждый семестр, можно сказать, да, каждый раз что-то устраивают. Мы очень рады. Я даже забыл, что сегодня праздник. Неожиданно для меня, да. Мы танцуем, отдыхаем сегодня. Танцуем с нуля. Фестиваль «Гусарская осень» – праздничная традиция микрорайона. Здесь всегда рады соседям. На улицах чистота и порядок, в домах уют. Большинство новоселов – молодые семьи, за которыми будущее. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».